Если только не профессионалы. Ну что, друзья мои? Я не знаю, как вы там будете сидеть. Потому что мы привезли вам программу под названием «Танцевать». Готов? Поехали. Не так бывает. Как добрались? Сейчас все будет, сейчас все сделаем. Я знаю, мы поговорим. Привет. Мы сегодня будем играть программу без мхатовских пауз и бисов, потому что иначе мы опоздаем на паровоз. Все, все готово? Всего наш ты!
улыбкой на ушей. И рай в шалаше, так вязание клише по коже. И вроде бы вдали, с восхода до зари, летают журами. Это такая игра.
сплетни, блещут радиостанции со своими проблемами. Жизнь мелькает по городам магазинными ценами. Ну, а впрочем, все как всегда. Ну, а впрочем, все как всегда. Ну, а впрочем, все как всегда. Ночью ходят мимо кухни, ее светлость и реальность. Стучат от батареи, видно, нравятся им звуки. Стучат и стучат, и стучат, и стучат. И стучат, и стучат, и стучат, и стучат, и стучат. Yeah.
тереться по кольцевой. Так нелегко угнаться мне за тобой. Знаю мою жизнь, сотый раз надежды юно хорошие. Даже я не после не довело. По ночам прикольно пить кофе с коньяком. Потом найди слова, чтобы новая глава начинала с похмелья по подрежке. И кое права, и неверный троллейбус, а только небеса. И кое играя, и один играя, конечно, напишется. Что не кое трамваи, что не кое трамваи. Позвали играть двух очень известных людей. Ну, допустим, это был, например, какой-нибудь Сюткин и, например, какой-нибудь Скляр. Вот. Их позвали в акустику играть в зале. А организатор такой, такой в очочках, такой, вы знаете, профессор прям, да. И народ как попер в гримерке. И он их удержать никак не может. Еле-еле всех повыгонял, закрывая за собой дверь. Артист ему говорит, ты что делаешь-то, а? Он такой, вы же видите, это же Иркутск, бездуховность, блядь. Это не закончится никогда. Слушайте, друзья мои, теперь я знаю точное количество людей в этом зале, которые не были на предыдущих концертах. Все дело в том, что этой шутке уже 11 лет.
Вот это вот Владимир Анатольевич Лазарев. Владимир Анатольевич, как вы заметили, музыкант. Но мало того, что он музыкант, он еще и бас-гитарист. А все бас-гитаристы обижаются на вокалистов и гитаристов. Потому что все кричат: «Леха, давай! Костян, давай!» А про него молчат. А это несправедливо. Дело в том, что Владимир Анатольевич человек тщеславный и человек самолюбивый. А поскольку он человек тщеславный и самолюбивый, он выбрал для себя в концерте единственное место, где он может сыграть сольную басовую партию. А когда музыкант играет сольную партию, он любит, чтобы его поддерживали всем залом. И учтите, ему со сцены видно всех. Нужно попробовать еще раз. Раз, два, три, четыре. По уму ценен человек, что в залатанных штанах ходит полстраны и шагает по земле. В 21 век наш раскаянный народ. Давай, Леха!
Я на рукаве со сложным путем.
пути, тренеру бы никого.